Всем привет! Сегодня я буду украшать торт на день рождения для женщины. Сначала сделаю розы. Насадка 874, большая изогнутая роза, 3 сантиметра на выходе. Крем окрашивала сухой краситель Гузман номер 769, цвет красный вишневый. И добавляла топ-декор бордовый. Делать буду на маленьких конусах, 2,5 сантиметра диаметр. Сначала делаю серединку. Давлю на мешок и кручу гвоздик. Теперь делаю лепесточки. Насадкой дотрагиваюсь до крема. Делаю один и вот так вниз опускаю. Второй лепесточек. Лишнее вытираю. Вот так получается. Наношу на поднос немного крема. Георгины буду делать насадкой изогнутая роза номер 123. А серединку насадкой хризантема номер 81. Крем окрашивала, добавила немножко крема, которым делала розы. И получился розовый оттенок. Делаем основу и вот такой шарик ставим. И на этот шарик накладываем лепесточки. Вот так. Делаем такую серединку. Можно еще немножко. Вот так. Делаю насадкой розы лепесточки и тоже сначала как бы закрываю нашу серединку. Давим аккуратно, не торопимся. Добавлю крема белого. Продолжаю.
Я крашу сухим красителем. Цвет называется фуксия. И снимаем. И еще я хочу сделать лилии. Насадку взяла номер 70, это маленький листик. В крем добавила маленькую капельку желтого крема. Для пыльцы я срезала два пакетика. Один окрасила желтый топ-декор, а вот этот вот крем окрашивала коричневый топ-декор и краситель Кредо номер 8 цвет персик. Делать буду на больших конусах, 3,5 сантиметра диаметр. Я ссылочку на них оставлю. Правда, я давно уже заказывала, не знаю, ссылочка работает или нет. Но, по крайней мере, можно посмотреть, как они называются на AliExpress. Вставляем конус. Немножко внутри я заполняю кремом. Вставляю насадку в конус. Начинаю давить. Сначала держу на одном месте, а затем давлю и поднимаю вверх. Также следующий лепесточек сначала давлю, потом давлю, давлю и веду вверх. И также третий. И между ними вставляю. Один. Второй. И третий. А чтобы ровнее было, вот этот лепесточек, чтобы был более красивый, я вот этот вот уберу. Да и вот этот можно убрать. А делаю между ними, вот вставляю насадку прям в крем и делаю между ними еще лепесточки. Вот так лучше получается. Беру сухой желтый краситель, окрашиваю только сам центр. Беру кисточку, капнула краситель топ-декор и рисую точки. Именно точки, вот только в центре. Я забыла сказать, что тычинки я делала из кунчозы. Я их нарезала вот такими полосочками и вставляю 5 тычинок и в серединку один пестик. Сначала я беру желтый крем, ту тычинку, которую я вставила в центр, я на ней стараюсь аккуратно сделать 3 точки. Беру коричневый крем, прям одеваю пакетик на тычинку, давлю. Получается вот такая пыльца. И еще можно сразу добавить зеленые листики, потому что потом будет не очень удобно их сюда поставить. Вот такая лилия получается. Вот, на мой взгляд, вот этой насадкой делать лилии лучше всего. И пока я ее отсаживаю.
Торт я покрыла белково-заварным кремом, выровняла его, потом кисточкой нанесла краситель и выровняла еще раз. И теперь буду устанавливать цветы. Бутоны я делала насадкой номер 127, вот такая прямая роза. Делала на сладкой соломке. Вот беру соломку. И насадкой 101 делаю зелень. Для листиков срезала пакетик треугольником. Крем окрашивала краситель Америколор номер 144. И ним же окрасила пакетик. Надпись, распечатанная на сахарной бумаге. Изолировать ничем не нужно. Только не забывайте снимать вот эту пленочку. И добавлю сахарные бусинки. Покажу вам поближе. Вот такой сегодня получился тортик. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!